Вот Кутузовский проспект за третьим транспортным кольцом. Я решил снять еще до Триумфальной арки, вот до третьего кольца, вот после. Чемпионат мира по футболу еще проходит в Нижнем Новгороде, но не во всех городах-миллионерах, их 15. В Москве два стадиона, Лужники и Спартак. Лужники отсюда недалеко, в районе Воробьевых гор, Лужнецкая набережная, а Спартак на Волоколамском шоссе. Так, это что, Минская 3, Рублевское шоссе 5, МКАД 8, Гранд 30, опять мебельный торговый комплекс Гранд. Но это, скорее всего, маршрут у него уже через МКАД. Там был маршрут через третье кольцо, а тут уже по МКАДу. Триумфальная арка. Да и сам Кутузовский проспект, это связано с войной 1812 года. Россия, Франция. Две машины ДПС подряд. Сейчас, конечно, очень много полиции, очень много дорожной патрульной службы в связи чемпионата. А вот памятник Кутузову. На Ленинском проспекте в самом начале на Калужской площади есть памятник Ленину, Михаилу Ларионовичу Кутузову. Вот. Мы одержали победу в войне 1812 года. Недавно праздновалось 200-летие, 2012 год. Памятников в Москве очень много. Я еще снимал памятник Юрию Алексеевичу Гагарину. Его высота 42,5 метра. А вот музей Бородинская битва, Бородинская панорама. Генерала Ермолова, Поклонная гора, центр, 1812 года, улица направо. Парковки платные, 4001, 40 рублей в час, но в центре Москвы уже есть по 200 рублей в час. Зону постепенно доходит и до МКАДа, уже у станции метро Планерная, тоже парковки платные. Хотели даже и в Московской области уже за МКАДом тоже ввести. Галерея «Времена года» 2 километра. Раньше Триумфальная арка была на площади Тверская застава, то есть не Белорусский вокзал, а в 1968 году ее установили здесь. Недавняя реконструкция была. Вот она, красота! Поклонная гора! Высота 141 метр. Там обелиск. ЖК «Эдельвейс» на Кутузовском проспекте. Комплекс на Минской улице. Вот такой вот вид. Отсюда много что видно. Примечательницы Москвы. Попитер Ц. Филион. Два. Конечно, в Москве много достопримечательностей, которые стоит посетить. Они не только в центре, но и в округах. Бывают даже и на окраинах. Москва, о,
Поклонная гора, вот народ, Триумфальная арка. Ну, дальше Кутузовский проспект идет в сторону Рублевского шоссе, МКАДа, а я закончу здесь, Триумфальная арка и Поклонная гора. Так что всем пока!